В этом году у меня появилась новинка – коллизия Криба. Теперь у меня 5 сортов коллизии – желтая, зеленая, розовая пантера, бьянка и вот теперь Криба. Кто не знает, коллизия – это комнатное растение, поэтому летом она будет украшать ваш сад, а зимой можно занести ее домой. Коллизия очень быстро растет и легко размножается. Чтобы размножить коллизию, достаточно состричь веточку длиной 2-3 см и ставить во влажный грунт. Подробное видео есть у меня в телеграм-канале, ссылочку на него оставлю под этим видео. Если коллизии будет недостаточно света, то плети ее будут подтянуты. И наоборот, при хорошем освещении междуузлие сокращается и куст становится плотным и упругим. Самый медленно растущий сорт из тех, что у меня есть, это розовая пантера. Остальные сорта растут очень быстро и за пару месяцев способны полностью закрыть 2,5-литровый горшок своими побегами. Сейчас в продаже есть все сорта коллизии. Можно приобрести в технических горшочках или в подвесном кашпо.